Поехали! Отставить! Снимай противогазы! Дружина! Газы на пострадавшего! Дружина! Газы на пострадавшего! Ляжки незараженность обрабатывается. Так люди неправильно, потому что они не поверили на поздоровье. Вы город колоски висит. Да, она сформировать нужно на здоровье. У вас еще там отпустит, да? То есть под сопровождение. Шину-то дальше надо показать. Да. Вычего у вас прекрасного. Нет, у вас плечо сломано. У вас сломано плечо. Вы запили плечо. Раз, два, три, четыре. Вам уже три суставы. Раз, два, три. А у вас один суставный. Здесь у нас тогда плохо фиксируется. Она коротковатая. Завязать сестенками низ брюк. Ладно, не привязывай централизацию. Завязать. Товарищ судья, звено по входу в очаг и оказание медицинской помощи в нем готово. Настя, приступите. Обработайте ему лицо противоположным пакетом. Обработайте противоположным. Мы приступаем к травме. Дальше пострадавшего выносим на границу зоны. Положите позади себя.
перед салфеткой открытые участки. Противогаз протереть. Выбросить салфетку позади себя в заранее выкопанную ямку. Три шага вперед. Кругом. Расстегнуть пляжки тело и рубашку. Я не знаю, что вы вообще приперли. Взять рубашку за плечи, стянуть на шею голову, снять вместе с перчатками и бросить перед собой. Снять чулки за лямки, снять с плеч. Стряхнуть вперед левую руку, левой ногой. Отставить руку на себя. То же самое проделали с правой ногой. Взяли ее вперед. Нагнулись. Засунули два пальца левой руки под лямку противогаза. Сняли противогаз. Обработали открытые участки тела. Сначала лицо, сверху вниз, шея, сзади, вперед, руки от манжетов к кончикам пальцев. Салфеточку выбросили позади себя. Развязали тесемочки на брюках.